В молодежном пространстве 306 квадратов прошло обучение волонтеров, готовых помочь в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 26 апреля по 30 мая добровольцы будут знакомить омичей с дизайн-проектами общественных пространств, самые востребованные из которых преобразятся в 2022 году. И вообще мы собираем людей уже достаточно давно. Люди прошли онлайн-обучение, где они получили общее впечатление, общее понимание процессов того, что будет с ними происходить в процессе выполнения работы и работы по проекту комфортной городской среды. Данный проект направлен на то, чтобы инфраструктурно изменить общественное пространство на территории города Омска и сформировать так называемую комфортную городскую среду. И как раз волонтеры привлекаются к этому проекту для того, чтобы иметь возможность омичам быть проинформированными вовремя о том, что есть возможность принять участие в голосовании и чтобы люди могли выбрать то пространство, его составные блоки в тех 5 объектах, которые будут подвергнуты реконструкции в течение следующего года. Общественное пространство, которое в 2022 году будет благоустраиваться, они уже проработаны и причем в нескольких вариантах разными архитекторами и представлены на суд жителям. Каждое пространство, каждое из 5 предлагаемых голосованию имеет по 2 альтернативы. И людям нужно просто выбрать, какой им больше нравится вариант. Где-то это больше благоустройство, где-то, наоборот, подчеркнута мемориальная группа и ее усиление. Опыт у меня уже есть. Не скажу, конечно, что он колоссальный, но он направлен на разные объекты. То есть в каждом мероприятии я смогла поучаствовать и извлечь для себя какое-то направление. Я рассказываю людям, которые будут вследствие выбирать объект. То есть они должны будут ознакомиться со всей информацией, со всеми вариантами, со всеми действиями, которые будут направлены на этот объект, чтобы достаточно донести эту информацию. То есть это важная роль для волонтера. Напомним, что омичи смогут проголосовать за 5 проектов, расположенных в 4 округах города. Жителям области предоставят возможность выбрать варианты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. Голосование пройдет на платформе 55город-среда.ру.